Так, всем привет. Мы прошли тот уровень, теперь я на другом, в крепости какой-то запертой. Итак, у меня тут ключ и камни. Не знаю, что делать. Может, как-то открыть. Можно ключ собрать. Доска, доска. Ага, да, доска. Давайте мы доску заберем. Получается, нет. А, вот камень. Я его не заметил сразу в видео. Так, берем и, наверное, ломаю все это дело. Не? Конечно, ломаем. Ломать. Вопрос. Ой, я почти сломался, смотрите. Ей, замок открыт, все, камень валяет сюда. Так, эту штучку вытаскиваем, наверное. А как ее вытащить? Вопрос. Должна была сама вытащить. Окей. Давай. Давай, 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 давай. Так, все. Мы, конечно, не мусорили и закроем, чтобы подозрений не было. А, так, у меня какая-то палка. Уровень интересный очень. Окей, посмотрим, что тут всего. Что тут можно делать. Ну, допрыгнуть туда. С чем мне палка? Не знаю. Потом посмотрим, зачем мне палка. А, я понял, зачем мне палка. Может, это глупая идея? Ну да, это глупая будет идея немножко. С моими руками, конечно, я построю себе. Так, а, я могу так залезть. Вот, и сейчас я положу туда. Как-то вниз положу. И потяну вот так. Хотя одной рукой, наверное, нет. Или тут по-другому как-то надо было сделать. Не понимаю. Хорошо, что ты умеешь так, но нам надо как-то тебя сделать из тебя дорожку. Которым у нас не получается. Так. Берем. Вот так. О, получилось четко. Аккуратно, мы несем груз. Груз надо построить палку. Сделать дорожку, чтобы все ходили. Так. И по... Нет, не получилось. Я же так долго над этим думал. Придумывал. Ну, для чего ж нам еще тут палка, мне интересно. Реально, для чего нам тут палка? Я понял. Я понял. Я ничего не понял. Я вроде ничего не понял, но я что-то понял. А, тебе опять надо так понимать только. Так, ну вроде палка большая, если не ошибаюсь. Туда как-то ее. Немного тут взять. Супер-тупер связик. Достает эту палку и хочет ее поднять, непонятно что ли. Так, а, ага. Может, их как-то сорвать можно? Так, непонятно пока что, но туда вряд ли. А вот допрыгнуть
Прыгнуть можно, постараться. Стараться допрыгнуть, да. Можно. И давай. Нет, не получится. Тут слишком мало силы. А, стоп, то окошко. Я понял. На то окошко надо забраться сначала. Сначала надо узнать, получится ли у нас. Я не получится, давай, слезай еще раз. Короче, палка нам для красоты, я так понял. Чтоб нас запутали. А нас не запутали, что нас почти запутали, но не запутали. Мы не знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Не знаем, что такое, но мы не знаем, что это за карта. Ура, я поднялся до этого места, и я могу это открыть. И прыгать с разгона. О, катапультус. Катапультус. Серьезно, катапультус? Вы что, катапультус будете меня стрелять? Я могу через катапультус, не знаю, сломать какую-то штуковину. А уровень причем продуманный очень. Хорошо, я тут туда. У меня тут штуковина бесполезная. Ты которую взял. Не взял, которую. Вроде взял, но не взял. Ага. Ее как-то надо поднять. Хрясь. И все. Я открыл. Нет! Я падаю! Я падаю! Нет! В смысле обратно? А сохранялка где? У меня все равно уже двери открыты. А я все равно не знаю, как это сделать. Хорошо, надо аккуратно не падать. И для веселья тоже. О! Ну, получилось бы, я думаю. Если бы мы продумали план. Давай быстрее. Берем ручки. И запрыгаем на это окошко. Есть. 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 Нет. Не есть. Ну почему? Все получилось с первого раза, а теперь нет. Давай. Оп. 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 Давай, давай. Ое. Уху! Я отпрыгнул, давайте дальше. Так, может, катапульту что-то надо залезть. Мне просто интересно, для чего катапульта. Катапульта? А вот пулька. Катапулька, а вот пулька. Тут надо загрузить это, окей. Это будет классно, очень. Давай. Один. А, не влезет, надо как-то понизить точно. По идее, еще туда ничего не положено. Давай, вниз. Погоди, все? Ну так она всегда осталась. Серьезно? Как-то вниз можно опустить? Надо вниз тебя опустить. Или уже нельзя? Не могу понять. Так, ладно, не важно. А на что мы проходим? Я сломал катапульту, мне кажется. Так, идем дальше. Главное не упасть. Там какая-то дыра, через которую, наверное, прыгаю и заканчиваю этот уровень. А тут что? А тут закрыто. Нехорошо.
Нам придется катапультой все это делать. А я катапульту уже сломала. Хотел бы сломать это сам, но я уже не сломаю. Так. Попытаемся как-то. А, но все равно я уже падаю. Все равно знаю, как проходить. Катапульта поломанная. Я пришел к катапульте поломанной. Спасибо, я же уже сломал ее, как бы. Не видели, что ли? Давай. Так. Ну и давай. Подтянись там, не знаю, что надо сделать теперь. Я ее сломала, так бы мог что-то сделать, порталы какие-то. Что это, порталы, я не понимаю. Мне кажется, я сломала эту карту. Пойдите. Сейчас строчки сохранения. Да, надо было это и сделать. Так, тут камень лежит, который я могу, наверное, поднять достаточно высоко. Как-то положить его. Погоди, возьмись. Извиняюсь, тут идет руки, тут руки идут, вторые руки. В смысле, я теперь застрял? Вы что, издеваетесь там надо мной, разработчики? Я не понял. Это что за дела такие? Это я тут уровень прохожу, а вы надо мной издеваетесь? Быстро их в угол. Ну реально, ты чё? Разве не жалко меня? И чего? Ну, давайте, разработчики, там, сделайте какой-то подвох, чтобы я подумал немножко. Вы же умеете делать. Да я почти положил туда, вы делаете так, чтобы мне все это мешало. Боже, управление какое, давай. Главное. Оп. Наконец-то. Все, отпускай этот камень, через который мы застряли. Нам, чтобы теперь камень этот не помешал. Если он помешает нам запустить, я ему башку сломаю. Так, камень, вали отсюда. Камень, так, вали отсюда. А, я же его взял уже. Тё. Другие камни вряд ли нам подойдут. Оп. Я туда хочу положить тебя. Ты в курсе, камень? И запустить подальше от меня. И давай вверх. И давай вверх. Вверх. Пассивный режим. Давай. Уху! Не рабочим. Так, давай. Ой, только не туда, пожалуйста.
Все, ну ты должна была уже закрутиться, давай. Все, наконец-то. А теперь такой тяжелый камень. У меня еще камней тут много. Возьму-ка я этот самый тяжелый, который мы вряд ли положим. Ага, вряд ли. Вряд ли, причем очень вряд ли. Я его лучше подвину, я думаю, чтобы запустил нормально. Посторонись! Получается, рогатка может камень запустить, но не может его объехать. Да? Вы хотите сказать мне? Давай, ложи камень и запускай его подальше. Ну, так уж подальше, пожалуйста. В смысле? Я не понял. А чё? Почему так получилось? Я почти заденул. Ага. В смысле, это не все, ну ладно, будет так. Если так, то будет так. Что наш персонаж очень сильный, и он достанет до этого места. А, случайно? Спасибо. Запусти его подальше от меня, рогатка. Пожалуйста. Только без всяких штуковин. В смысле, пол стены разломала и все? Тут же не бесконечные камни, вы понимаете? Окей. Давай. Оп. Прокрутилась. Оп. Да камень, отстань. Мешаешь, работать нету. Да вы реально всем не мешайте. Вали отсюда подальше. И ты тоже. За ним ходом. Вали отсюда. Чё, валите вы все, не поняли, что ли? От меня навсегда. Боже, как сложно. Вы мне еще тут мешаете. Возле меня. Чего вы вообще возле меня? Я понять не могу. Вам еще не хватило один раз? Или хочешь как тебя, брателла, полететь? О, давай ты как раз, который мешал мне. Очень. Не надо, пожалуйста. Надо. Надо. И полетел. Давай. Удачи, сэр. В смысле? Ладно, вы меня все достали. Я возьму сейчас самый тяжелый и положу его. Окей. Окей. Договорились, камушки. И все равно это не я ж не я камень ваш. И не буду я никогда камнем, мне кажется. Если захочу, то буду. Ты мне очень мешаешь. Ты взял, подперся под эту. Ты понимаешь, что ты у меня будешь следующий? Иди отсюда. Давай. Давай. И почти все, это почти было.
Давай, самый тяжелый камушек, который ты вряд ли туда положишь. Да, вряд ли положишь. Не смешно. Вообще не смешно. Ладно, будем по-другому. Вот как раз тебя. Скажи спасибо, что я хотел не тебя сначала. Спасибо. И тебе это ничего не поможет, понимаешь? И я тебя еще вытяну, надеюсь. Если у кого-то не такие уж пластилиновые руки. Хотя игра за себя. А если на себя что-то? Давай. Ложись. О, ложись. И вообще лети подальше от меня. Ебонь! Не бой, не бой, не бой, не бой, не бой. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Я засунусь туда, наконец-то. Все, добавить. Идем до тут, давай, наконец-то. Давай. Быстрее, 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 быстрее. Так, это мне не надо, я тут я уже разбирался. Ну и привет, город мой. Что тут теперь надо сделать? Просто пройти? Открыть правильную дверь? Чтобы меня не убили? Ага. То есть с той стороны только надо открыть эти двери. Там какая-то штуковина. Окей. Теперь окей. Еще дальше. Тут есть камень. А там тоже что-то заперто, не могу понять, что делать. Что-то есть камни мои же, тут есть лестница моя же. И я залез на лестницу. И будем делать паркур, что ли? Тут дальше добираться. Вряд ли камень нам тут поможет. Я уже лучше паркур сделаю. Туда я залез бы. Ну, не для всех, конечно. Я думаю, что я залезу. А как я залезу, если я не залезу? А мне кто-то скажет. О, тут есть вот тут камушек. Может, попытаемся что-то сделать этим камушком? К примеру, сломать эту дверь. Давай. 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 Давай, 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 давай. Давай, ты почти сделал это. Главное тебе просто зайти туда. И все. Понимаешь, мистик он? Ладно. Берем разгон. И... Почти. Почему не могу их открыть? Там хорошо, если тут наша вот эта дверь, значит тут она откроется. Тут она вообще заперта. Мне кажется, или надо как-то взять эту штуку. Так. Сейчас. Так что-то не получается взять.
О, взяли. Двумя руками. Чё, эта штука невозможно управлять. Я не знаю, как там управляли в давние года. Но сейчас это невозможно. Все, что могу сказать. Так, ну давай, возьми ты одну руку. На, не прыгай ты. Да ну, вроде брал, все нормально было. О, теперь нормально взял. Не так уж нормально. Ладно, я думаю, я уже не смогу это сделать. Наверное, в следующих роликах, которых, наверное, ладно, все, всем пока. Потом на следующем видео, наверное, попытаюсь как-то сломать эту дверь этим. Всем пока.